Британская компания Land Rover в честь завершения выпуска внедорожника Defender приступила к сборке специальных версий внедорожника. Всего их будет 3 – Autobiography, Heritage и Adventure. Серия Defender Autobiography будет выпущена исключительно в 90-м кузове Station Wagon. Специально для этой серии инженеры увеличили мощность мотора до 150 лошадиных сил, а крутящий момент подняли до 400 ньютон-метров. Всего будет выпущено 80 экземпляров Defender Autobiography, и все эти машины будут предназначены исключительно для Великобритании. Цена машины составит 61 845 фунтов стерлингов. Серия Defender Heritage будет выпускаться в трех типах кузова – 90 Hardtop, 90 Station Wagon и 110 Station Wagon. Всего будет выпущено 400 экземпляров этой серии по цене от 27 800 фунтов стерлингов. Ну и наконец, серия Adventure будет выпущена в вариантах кузова 90 Station Wagon и 110 Station Wagon. Цена машины будет начинаться от 43 500 фунтов стерлингов. Последний экземпляр Defender сойдет с конвейера завода в декабре этого года. В честь этого печального события поклонники внедорожника Defender с помощью специальных цепей нарисовали на песке огромный силуэт следующего поколения Defender. Over to you, Steven. Let's finish it off.